Всем привет! С вами снова я, Раф Бропро. И сегодня мы будем играть в... Что бы? One in the Chamber, Capture the Flag, Creative Mode, Prison, Skyblock, Survival Mode, Bed Wars, Lava, Survival, Scar Wars, Zombie, Apocalypsis, Life City, Survival Games. Ну, в этом... видео мы будем играть в Survival Games. Эта игра мне нравится, и я сделаю про нее видео. Ой, что это было? Ладно. Я забыл, что я сейчас нажал. Присоединился. Оп. А, блин, был так же близко. Блин, все время тут ошибаюсь. О, теперь я стану как Евген Бро, Компот, Пиксель. Буду снимать видео про Майнкрафт. Опа, 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 на. Так, это место я знаю, тут я ничего нового, поэтому мы идем туда. Ну, мне лучше сразу бежать, потому что у меня даже оружия нету. И даже ничего нету, поэтому мне лучше сразу бежать. А лучше сюда, потому что сюда пока что никто не идет. О, тут, наверное, найду какой-то сундук. Только вот какой. И самое главное, ни на кого не нажваться, а то я, как бы сказать, умру. А это не очень круто. Так, блин. Это можно сломать? О, там сундук. Блин, ну я не смогу. Либо мне придется спуститься, или найти другой ход наверх. Блин, сейчас я точно умру. Сто пудов. Ну вот, я умру. Блин. Ну, следующий соло. Сыграем соло. Ладно, давайте опять сыграем. О, да. Мой любимый старый добрый паркур. Я его обожал. Помню, был поменьше чуть-чуть. Всегда плохо тут паркурер. Всегда падал. А сейчас... Ну, я прошел дальше. Ладно, идем сюда. И... Нет! Loveboat City. Что это? Отмена. Идет создание мела. Отмена, отмена. Оп. Loveboat. Присоединение. Так, мы играли в Sky. Точно, я же вам обещал сыграть это. Давайте еще там две игры с Survival Mode. Или это не Survival? А, нет, Survival Games. И потом мы сыграем в Skyblock, только с лаки блоками. Конечно, с сундуками, наверное, больше везет, потому что, ну, там... Нету такого шансов, что тебе может что-то плохое выпасть, или там
что-то хорошее, а в сундуках там просто что положишь, то и будет. Воу-воу-воу, разогнался-то как. Воу. Где это я? Нет! Нет! Прыгнут ли мне? На... Когда будет 3 секунды. Раз, 5, 4, 3, 2, 1! Ого, как я круто телепортировался. Так, бежать на пле. Ладно, мне лучше просто бежать. Тут нету шансов, что я что-то получу. Сундук там. У-ху! Бежим! Бежим, ребята! У-ху! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Бежим сюда! У-ху! Привет, бро! Он меня нас не видит. Это очень хорошо. Да, он нас потерял из виду. О, да. Яблоко и шлем. Конечно, не из самых лучших. Но хотя бы что-то. У меня есть золотое яблоко. И это не... Это очень хорошо. Хотя бы с чем-то мы можем защищаться. О, да. Золотой меч. Железный меч. Берем штаны. Блин. Фух. Железный меч. Хотя бы чем-то мы можем кого-то убить. Конечно, это... Ох, повезло так. Нет, тут... Хотя зажигалка. Она не может прям убить, но она может дать немного дэмиджа. Да блин! Оп. Лучше, конечно, туда к нему не идти, но у нас такого выбора нет. Бежим. Бежим к пещеру, это единственное место. И то у нас есть факелы, мы можем найти. Может быть, можем найти. Па. А я кого-то вижу. Думаю спуститься. Ну и бежим туда, потому что тут выхода нету. О, да, ребята. Повезло. Может, тут что есть? Опа! Сундучок. Тут ничего нету. Наверное, тот пацан забрал. Но мы не будем идти туда же. Мы пойдем вот сюда на гору, потому что на мосту, может быть, мы найдем... Да блин, почему так сильно не везет? 100 будов пропустили мы. Что-то... Хотя ладно, не пропустили. Странно. Так. Ладно. Нет! Как думаю? Ладно, я 7, потому что регенерация нам не помешает. О, да! Уху! Повезло, повезло. Вот лук мой нам тоже помог.
Думаю, да, мы все нашли. О, алмазный меч. Алмазный меч, конечно, выглядит просто круче, а не, ну, там, лучше. Надеюсь, тут должно быть что-то очень хорошее. Воу. Ну, наверное, тут что игрок просто оставил, потому то, что он залутал от других игроков. И ему это не надо. О, да. Да, это нам очень поможет, если мы будем убегать. Один раз я играл, и там просто чел сделал это, да и... Ну и все. Опа. Еще один сундук. О, да. Так, это нам тоже пригодится, потому что это лучше, чем... Так, ребята. Еще один сундук. Повезу, повезу. Нас 4 осталось тут. И я видел только что тут какой-то ник. Ну ладно. Ну ладно, ребята. Идем дальше. Блин. О, да, еще один сундук. Еще один эндерпёрл и еще одно золотое яблоко. Нам везет. Вы слышите это? Там игрок. У него алмазный меч. Я не знаю, но если ты будешь стоять на шифте, то твой ник не будет замечен. И это бой насмерть через... О, блин. О, да. Блин. Стоп. Тут были... А. Нужно покушать. О, да. Опа, что это тут? Хилка. Ну, не помешает. Давай используем. Прям в водичку. Да, повезло-то нам. Опа.